это действительно пирамида. Она, конечно, очень заманчивая. Но вот смотрите, как она может легко разрушиться. Идеолог пирамиды задержан, и реакция, как на бирже. Все рушится. И люди рискуют своими средствами. Там ведь создана система такая, когда человек приносит свои там средства, не знаю, десятки, сотни тысяч, и пишет документ, что это документ дарения. То есть он отдал, и будут назад или нет, он рискует своими деньгами. Никому претензий он предъявить не может по закону. Ни в какую структуру потом не придет, не напишет заявление о том, что его обманули. Он отдал. Все. Наша позиция, она была проявлена еще 2-3 месяца назад. Идет разъяснение со стороны руководства области, других госструктур. Политики выступают, говорят, предупреждают людей, что вы рискуете. Вам никто в этой ситуации не поможет. Но выбор каждый человек делает сам.